Всем привет, я Бигбелл Масера. Сегодня специально приехала, чтобы поснимать для вас антиквариат и для себя, чтобы посмотреть. Очень люблю старинные вещи, просто красота. Разный был меж. Немецкие часы очень необычные и красивые. Сколько вы сказали? 30-40 литров. Что по сколько? Это 9000 рублей автоскера. Это по 150 рублей грамм. Кубачинское серебро, мои любимые браслеты. Вот этот какой? Который? Вот это? 28,5. Вот этот браслет 3800 рублей. А вот этот авторская работа. Это вот 9. Все очень красивое. Очень рада, что я сюда. Давно собиралась, уже несколько месяцев. Монетки, серебро. Чего только. Ой, старинные часы девушки. Да. 150 лет. И по сколько? 50 тысяч. Красота. Будет. Сколько заведут? Вот такой дедушка купил часы. А, ничего. Меха, Люля. Посмотрите, девочки, какие кувшинчики. Как я мечтала их увидеть. 5000. Интересная статуэтка. По 200. А деревянный, шлик и висок. Это не в Крыму. Сигарет. Зажигал. Необычно. По сколько? По сколько? А, по что? По сигар? 1500. 1500 зажигал. Необычно. Это серебро, да? Да. Серебро? 875-я проба, да. По сколько? 80 рублей за грамм. Старинное серебро, девочки.
Это тоже серебро? Царское, старинное, дореволюционное. Представьте, старинное серебро. Женский пояс. Мужской, это женский. Тут меня позвали снова. Старинные часы. Изобретатель СССР. Очень общительные люди. Смотрите, все новое. Сюда жемчуг мне нравится. Шамиль, я за хлебом пойду, посмотрю. Сок, старинная Германия. Это все сервизы. Это все сервиз по 12. Это тоже сервиз. Это тоже сервиз. Это все сервизы. Части принесла. Сорок пять тысяч. А что такое? Лампа. На керосине и на масле. Вот отсюда наверное. Да. У меня наподобие цветочек. Дерево. Эти кувшинчики по 25 тысяч иранские, говорят. Ой, какая водочка красивая. Белочки все. Я дорвалась. Я мечтала все это увидеть и посмотреть. Интересный рисунок очень. Что за материал, не знаю, но легкий. Какая-то индийская штучка, говорят, старинная. А это бокс медицинский, что ли? Да. Круто. Чего только нет, да? На северном. И? Старинный женский кошелек, говорят. Портфель. Это не
разбираюсь. Тут девочки бижутерии. Дома у меня тоже такого барахла полненького. С детства обожаю вот эти всякие стекляшки разноцветные, жемчуг, бусы, просто прелесть. Там серебро, да? Только это серебро. Серебро я тоже люблю. Девочки, какую прелесть я увидела, посмотрите. Резиновые сапожки. Розовые с цветочками. Красота. Это уже современное искусство, так сказать. Дед у меня даже утюг должен быть старинный. Думала, ничего интересного. Посмотрите, что я нашла. Студенческая солидарность. Просто Okay.